Всем привет! Радостно читать ваши комментарии, друзья мои. Я наслаждаюсь каждый раз, это я без иронии говорю, я очень много времени трачу на чтение комментариев. Когда успеваю, отвечаю, когда не успеваю, не отвечаю. Не обижайтесь, если я на ваш комментарий не ответил, потому что просто времени не хватило. Я еще и работаю, кроме того, что вот здесь говорю. Работаю для того, чтобы говорить. Это одна из целей моей работы. И спасибо, конечно, всем тем, кто материально поддерживает канал. Это лишним никогда не бывает. Но, прежде всего, это очень приятно. Просто приятно. Просто вот хорошо и все. Что я хочу сказать сегодня? Как пел Высоцкий, ширится, растет заболевание. В каком смысле? В самом хорошем смысле. В том, что количество роликов, посвященных британскому блюзу, медленно, но верно растет. Британский блюз я очень люблю. С детства, кстати говоря. Я вообще блюз люблю настоящий, черный. Настоящий черный блюз. Такой вот, который оттуда. И теперь он здесь, и будет дальше, 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 дальше. Никуда он не денется. Но британский блюз – это отдельная история. Отдельный практически музыкальный стиль. Хотя я не люблю деление на стили, но блюз – это как бы это блюз, да? А джаз – это джаз, да? А рок – это рок. Вот это все, что надо знать о стилях, на самом деле. Я совершенно серьезно сейчас говорю. Вот. Британский блюз, он, конечно, очень сильно отличается и гитаризмом своим, и настроением, и минорностью, и агрессией, и много чем еще. Ну, в частности, импровизациями, вот этими самыми уходящими в хард-рок. И он, конечно, ближе к хард-року и сваливается туда постоянно и у всех. Нет ни одного белого блюзового музыканта, который не съезжал бы в хард-рок, в конце концов. Так или иначе, где-то как-то. Ну, вот о британском блюзе, если говорить нельзя, не вспомнить о молодых парнях. Которые начинали играть в группе Black Cat Bones. Группа образовалась в 1965 году, и в ней играл юный гитарный гений, которому было, по-моему, тогда, если так сосчитать правильно, ему было лет 16, наверное. Это Пол Косов. Это реальный гитарный гений, игрой которого восхищаются многие современные и не очень современные белые блюзовые гитаристы. Принято считать, что Пол Косов играл мало нот. На самом деле он играл много нот. И я это докажу сегодня. Покажу те места, где он играет много нот. Но, в принципе, он, конечно, кажущийся такой очень лаконичный гитарист. Но его звук, его вибрато, его манера, его вкус невероятный к блюзовой гитарной игре. И в то же время адские вспышки вдруг быстрых таких пассажей вне ритма, когда играется, да, играется метр, и он вне метра начинается соло, такое, которое потом приходит все-таки в долю. Так как стал играть вскоре Джимми Пейдж в группе Led Zeppelin, манера Пола Косова просто у него не совсем снято, так сказать, да, а фрагментарно вот он надергал, это плохое слово, но, так сказать, использовал наработки Пола Косова, вот такие фрагментарные. И это очень слышно, это очень здорово, но это все было потом. А пока Black Cat Bones играли, там с 65 по 67 примерно год, менялись барабанщики. Пол Косов оставался, барабанщики менялись. Сменился один, потом сменился другой. Потом пришел третий, которого звали Саймон Кирк. Саймон Кирк, точнее. Подружился он с Полом Косовым. И Black Cat Bones в этом составе с Косовым и с Кирком играли. И однажды пришли на концерт группы, не помню как называется, в которой пел Пол Роджерс. И так им понравился вокал Пола Роджерса, что они решили пригласить его в Black Cat Bones. Переговоры шли и закончились тем, что из группы ушли Пол Косов и Саймон Кёрк, и вместе с Полом Роджерсом, пригласив Энди Фрейзера в качестве бас-гитариста, образовали группу, которая не имела названия.
просто группа, которая играла блюз-рок, блистал Косов, блистала ритм-секция с удивительным бас-гитаристом Энди Фрейзером, которому было вот тогда, на момент образования группы, 16 лет. Он был совсем дитя еще, но при этом очень круто играл. Он начинал как... Ну, не начал как пианист, он с 5 лет играл на пианино, потом переключился на гитару, потом на бас-гитару и стал таким востребованным парнем в Лондоне. Играл в группе Алексиса Корнера, Алексис Корнер Инкорпорейтед, через которую прошли все известные белые английские блюзмены. Практически все, включая Мика Джаггера. Потом ушел он от Алексиса Корнера, пришел к Джону Майлу, Джон Майл Блюз Брекерс, немного там поиграл, потом вернулся опять к Алексису Корнеру и подружился с его дочкой Софией. Тем самым сблизился с папой еще больше. Ну, если ухаживает за дочкой паренек, то, конечно, с папой общается. И сказал он папе Корнеру: вот у меня есть еще группа, в которой я играю, может быть, ты ее послушаешь, Алексис? Алексис послушал и сказал: офигенная группа, это так круто, работайте, не надо тебе играть в Алексис Корнер Инкорпорейтед, занимайся вот этой группой, это очень здорово. Папа Алексис, у нас нет названия, сказал Энди Фрейзер. Тогда Алексис Корнер предложил название Free. И так началась история группы Free. А Black Eyed Bones потом уже без Кёрка и без Кософа выпустили альбом в 70-м году, о котором мы поговорим потом, как-то я поговорю, точнее, как-нибудь отдельно. И группа Free записала в конце 68-го года первый альбом, вот этот, который можно назвать первым альбомом британского хард-рока-блюза. Тяжелого блюз-рока. Принято считать, что это были Led Zeppelin, но на самом деле Free были раньше. Потому что в начале 69-го вышел этот альбом, а первый Led Zeppelin вышел немножко позже все-таки. И Джимми Пейдж явно слушал игру Пола Кософа и, как я уже и говорил, использовал кое-какие косовские, нехорошее слово, наработки, приемы, да, скажем так, приемы. Но эта пластинка, она настолько ломовая, настолько грандиозная, настолько мощная. Конечно, она сейчас для массовой аудитории немножко ушла в тень группы Led Zeppelin. Но с Led Zeppelin принято сравнивать любую группу, играющую английский блюз-рок. Любую, какую ни возьми. Все время идут сравнения с Led Zeppelin. Это такой бренд, уже мимо которого не проедешь никак, все равно его видно. Этот дирижабль все равно висит над нами. Но Free были раньше. Вы скажете, группа Cream была раньше. Была, да, группа Cream раньше. Это другая история совсем. В другое время я продолжу рассказ о группе Cream, которую я начал уже. Там ролик есть у меня. Но вот такой прямой хард-рок, в отличие от психоделических блужданий группы Cream, это была группа Free, конечно. Tones of Sobs называется первая пластинка. И здесь, что ни произведение, то шедевр. Пол Роджерс – вокал, Пол Косов – гитара, Энди Фрейзер – бас-гитара, Саймон Кёрк – ударные. Роджерс, на самом деле, играл еще и на гитаре. В кредитах это не указано, но на следующих альбомах везде и дальше Роджерс, в общем, в качестве гитариста выступает тоже. Но Косов здесь поражает всех, всем и сразу. Это что-то невероятное. Такой игры действительно не было тогда в Англии совсем просто. Эрик Клэптон играл совершенно по-другому. Питер Грин играл совершенно по-другому. Они все сваливались, точнее не сваливались, они все оставались в рамках все-таки традиционного блюза, в рамках традиции на тот момент времени, еще не развернулись в полный рост, а Косов уже пошел вперед, уже пошел дальше, вместе с Джимми Пейджем уже пошел в хард-рок, оставаясь при этом в блюзе. Вот так хитро устроен мир, я вам скажу, можно и так, и эдак, и по-всякому. Начинается все спокойно и ничто не предвещало, Over the Green Hills, часть первая, 1 минуту всего длится произведение, акустическая гитара, Роджерс поет красивым своим чистым молодым
голосом, баллада, и никто не знает, что будет дальше. А дальше ровно через минуту и одну секунду из ниоткуда, из пустоты выплывает тяжелая машина группы Free с безумной просто кочевый ритм секции с ударной Саймона Кёрка, бас Энди Фрейзера, который играет много нот все время. И очень чисто, очень правильно, очень на месте все. Иногда манера Джека Брюса, иногда влияние чувствуется, но лишь чувствуется манера, чуть-чуть влияние. Да, я повторюсь, повторюшка дядя Хрюшка. Но играет совершенно по-своему, очень музыкально, образованный парень. Все умеет. Кстати говоря, потом, когда группа Free закончила свое существование, Фрейзер переиграл в разных составах и писал очень много песен. Он еще очень хороший композитор. Писал песни для Рода Стюарта, для Роберта Палмера. Это те, кого я помню. И много-много для кого еще. В общем, без куска хлеба не сидел, занимался творчеством. Так вот, песня «Worry» номер 2, которая выплывает из тишины. Дикие аккорды, и очень чистые, при этом дикие, но чистые, Пола Кософа, сверху соло, еще одно соло, и все это друг другу не мешает, все это очень здорово, очень чисто, музыкально и очень яростно. И такая плотность звука, которая была на втором альбоме Led Zeppelin, на первом такой плотности не было. Здесь помощнее звучание. На первом альбоме Led Zeppelin очень много реверберации, там очень все так это летает. А здесь ничего не летает, здесь все рядом, все близко. И такая стена звука мощнейшая, гитарно-барабанно-басовая, что мама дорогая, не горюй. И вот эта «Worry», она вылетает быстрым таким блюз-роком и продолжается «Walk in my shadow». Удар по голове мы получили с песни «Worry», сразу бум, и мы уже здесь. Мы уже в этой пластинке, мы уже ее слушаем до конца, мы ее уже не выключим. И вместе с «Walk in my shadow» мы идем в этом тяжелом блюзе, переваливаясь вместе со своей тенью. Идем, идем, идем за вокалом Роджерса и гитарой Кософа. «Wild Indian Woman» немножко измена блюзу, немножко в сторону баллады, оставаясь в тяжелом вот этом, в тяжелой истории, но гармония немножко разрастается, и такая балладная получается штука. Но зато потом «Going Down Slow», песня господина Одена, черного блюзмена, который родился в начале века и умер, если мне память не изменяет, в 79-м году прошлого века. Тоже долгую жизнь прожил, и эту песню кто только не играл, «Going Down Slow». Это такой блюзовый стандарт. Но здесь молодые мальчишки вот эти развернулись так, 8 минут идет это произведение, и Косов здесь превзошел сам себя. Говорят, лаконично играет, лаконично. Вот здесь на «Going Down Slow» он играет примерно так же, как Джимми Пейдж играл там 5 лет спустя на концертах. Вот эти быстрые пассажи, выходящие из ритмической сетки, ритм идет четкий, никуда не меняется, не разваливается, а гитара вне ритма начинает играть соло безумное совершенно, потом приходит в долю, в конце концов, и бокал пошел. Так очень, очень все хорошо. Но здесь потрясающая, конечно, игра Кософа совершенно. Вторая сторона «I'm a Mover». Классический британский блюз, написанный Роджерсом и Фрейзером. И дальше «The Hunter». Тоже песня, которая стала блюзовым стандартом. Написана она группой MGs, Booker T and MGs, Booker Thomas и MGs. Эта группа работала на Stax Records и аккомпанировала соул и блюзовым музыкантам. Альберт Кинг исполнял эту песню. Песня написана в 65-м году. То есть, на самом деле, практически свежак еще. И вот этот «Hunter», он уже окончательно нас убеждает в том, что лучше Пола Кософа блюз-рок тяжелый не играл никто. Тогда, может быть, и сейчас даже. Потому что такие чудеса. Там наиграно, там 3 гитары наиграно. Одна гитара в какой-то момент начинает играть октавами просто такую подкладочку. Помимо того, что аккорды идут еще сзади. И третья гитара играет соло параллельно с этой октавной штукой. В общем,
такая гитарная, не то что вязь, а стена, ломовая стена, муншайн. Дальше тяжелый блюз Роджерса и Кософа, кстати, он здесь приложил руку. Тяжелый традиционный блюз. Sweet Tooth Роджерс. Тяжелый рок уже, это даже не блюз, это уже просто рокешник, но такой среднетемповый. Формируется уже звук группы Free, который дальше будет нас радовать. И заканчивается все Over the Hill, Over the Green Hill, часть вторая. То, с чего начиналась вот эта баллада под акустическую гитару, также мы в нее и уходим. Пластинка сносит голову напрочь, но она сносит голову таким образом, что музыканты не кажутся богами недосягаемыми. Музыканты кажутся твоими близкими друзьями, которые играют в клубе, в который ты можешь пойти, посмотреть на них вблизи, сесть рядом, почувствовать их игру и подружиться. И следующий альбом будет дальше наших друзей группы Free.